Ну, сегодня 10 ноября, утром рано. Там Володя выметает, он видно. Пурга. У нас называется падеры. Низги не видно. Все, за Надежда Васильевна там убирает. Вот дверь открылась. Надежда Васильевна выходит сейчас. Вот она вышла. Первым делом молится стоит на крыльце. Вот пургу. Вот что значит верующие. Володя должен зайти сейчас. О. Ну что, подмел? С утра пораньше. Еще до молитвы. Вот они выходят, а я в избе тут наблюдаю, как они там работают. Ладно, нет. Никита что-то там поднялся на второй этаж за своими вещами. Да как спалось-то сегодня? Хорошо. Еще поди, во сне-то видел еще потеряевские пейзажи. Да, проснулся, не мог понять, где я нахожусь еще. Ну какие новости-то сегодня? Дональда Трампа избрали президентом. А это вчера еще мы знали это. Все. Много эмоций. Да это еще известно было до начала. Я вспоминаю, как Рональда Рейгана не избрали, а там у них называется мальчишник. Все миллиардеры собрались. И он отошел. Ну, артист. А главный, кто был у них, масон, его похлопал по Чароне. Не обращаюсь. В следующий раз ты будешь. А там еще красная. О! Все, раздевши ты, как-то ты не вышла сегодня. А потом кашляет. Любит, чтобы ухаживали за ней. Это мы на молитву так собираемся. Ждем тут еще. Пожалуйста. Вот какая погода, я даже не спрашиваю. Вот. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.